И так еще. Не упасть бы. Доброе утро! Премия Дарвина – это ежегодная виртуальная антипремия, которая вручается людям, завершившим свой жизненный путь наиболее нелепым образом или лишившимся возможности иметь детей и тем самым внести свой вклад в развитие генофонда человечества, потенциально его улучшив. Интересно, а знают ли об этом югорчане? Давайте спросим. Я не полезу. За что дается премия Дарвина? Не знаю. Хотели бы получить? Нет. За какие-то научные открытия? Хотели бы получить ее? Не уверена в своих способностях. Ну, вообще, если бы вам предложили. Ну, возможно, стоит попробовать. Ну, Дарвин же это у нас биолог, кто он там? Ученый. Да. Ну, наверное, за хорошую работу, за понимание. За что вручают, присуждают премию Дарвина? За самые глупые выходки. Выходки? Ну да, человек делает что-то такое, что, так сказать, укорачивает его жизнь, что-то такое вот с этим связано. А вы бы хотели получить такое? Нет, вряд ли. За что присуждается премия Дарвина? Нет, точно не знаю. Не знаете? Ну, премия, наверное, что-то хорошее, да? Наверное. Хотели бы получить? Наверное, да. Ну, тогда я поясню. Премия Дарвина – это премия, которая присуждается ежегодно за самую нелепую смерть. Алло. Нет. Пропало желание, да? Дарвина, ну, наверное, что-то связано с животным миром или растительным. Так, ну, вообще, на самом деле, это премия, которая присуждается за самую нелепую смерть. Да вы что? Ну, это человек умер нелепо и очистил человечество от своего генофонда такого, не очень хорошего. Как ведущий телевизор. Это в смысле? С крокодилами боролся и погиб нечаянно, да? То есть, знаете такое, да? Ну, вот что-то из этой области, да. Впервые слышите? Нет, мы слышали, но... Премия Дарвина. Не слышали? Слышали, но не помните, да, за что? Да, но... Хорошая премия или плохая? Однозначно хорошая. За самую нелепую смерть. Прям знаете? Ого! А слышали какие-нибудь примеры, истории? Из последнего, что слышал, это... Человек, который, по-моему, рыбой поперхнулся, что-то такое. Косточкой? Нет, именно рыбой. Целой рыбой? Проглотил его именно ранее или что-то такое было. Там человек пытался в русскую рулетку беретой играть. Премию Дарвина? Да ну пусть молодые получают. Как по мне, ни один человек в здравом уме не захотел бы получить премию Дарвина, потому что геростратова слава – это слишком дешево. Поэтому я вас призываю, не совершайте глупостей. И доброго вам утра!